вы видите, вода прибывает. Вот. Мы с этим боремся. В районе рынка «Спутник» продолжается демонтаж проблемного пешеходного тоннеля. Долгие годы эксплуатация этого подземного перехода была затруднена по причине затопления грунтовыми водами. Его несущие конструкции находятся в ограниченно работоспособном состоянии, а западный вход находится в аварийном состоянии. Необходимо проведение срочных мероприятий по его демонтажу. Мы возводим бетонные стены, засыпка песком подземного перехода. Другими словами, будет консервация подземного перехода. Затем мы его полностью засыпаем и сверху делаем благоустройство. Консервация подземного перехода не доставила неудобств местным жителям. Недалеко от демонтированного пешеходного тоннеля находится наземный переход со светофорным регулированием. Поэтому люди уже привыкли обходить аварийное место стороной. Он нужен, конечно, но с водой мы же не переходим, все равно идем на переход. Все работы по этому проекту планируют закончить до конца сентября. Николай Корягин, Денис Бобков, Белгород Медиа.